Чёрдят. Только на нас не брызгай. На нас не брызгай, я говорю. Отойди, иду от этого, от берега. Вон на меню. Что с аппаратурой тут? На мини. Васенька, потуда, не правильно. Уходи. Да только давайте ближе к берегу, так не видно, как брызгаешь. Ты чуть правее. А вот возле мостика давай. Вася, сходи. Не мешай там фильм снимать. Он нормально валит. Снимай камеру, который около трех месяцев собирается на плод. Покажите этого человека с аппаратурой на мостике. Я ж тебя просил, Костя. Нет, там тяжелые аккумуляторы. Ну, он будет работать, куда он захочет, или можно крутиться? Нет, крутятся вручную. Хаотично, или не, можно... Не, я двигаю. А, вот этой ручкой, вот я бронзбойт. Туда, туда, вверх, вниз. Вот, на него. Двигай на него. На него двигай. Я сейчас подвигаю там кому-то. Костик, ты его будешь мыть. Пашок сейчас рулит, ему же не жалко, понимаешь? Он сейчас тебя протаранит и все. Он горит. Ага, давайте бензином его польем. Вот тараньте туда на ФСР-ку, тараньте. Олеш, тебе же сказали, надо сценарий. Обливаем кепихантер бензином. Костик! Это кого ты затоптал? Чтоб знал, где ездить. Это дырку ты? 9 часов лучше. Чтоб знал, где ездить. А, на таран. Поливайте. Чтоб знал, где гидрантом. Чтоб знал, где ездить. Я тоже решил. Вы можете переезжать сейчас на номер. Тихо, тихо, тихо. Кстати, уже тоже средний. Средний это где-то. О, нормально. Ну, там может давление чуть падает. Паш, аккуратно там это может достать. Паша, задний ход, задний ход. Его, его, его поливай. Там же вон, не тянет. Там верхняя моя антенна постоянно. Ага, он. А что у тебя с этим водой? Ну, блин. Он устал. Чего они поняли? Костик там проходит, у меня он...